На Океанском проспекте деревья рухнули на припаркованные машины. В результате ЧП автомобили не потеряли ход. Океанский проспект 99. Сейчас возле этого дома слаженно трудится бригада представителей управляющей компании Фрунзенского района Владивостока. Распиливают деревья, которые рухнули на две припаркованные машины. ЧП произошло ночью. Не слышу, плавненько. Два года стояло боком дерево. Плавненько упало. Упали разом три дерева, зацепили грузовик и легковой автомобиль. Жильцы дома давно заметили, что деревья немолодые, уж очень низко они склонили головы. Вот-вот упадут. Об этом сообщили своей управляющей компании. Городу это не надо. Территория не наша, территория городская. Поэтому так и получилось. То есть вы считаете, что это территория городская? Конечно, приходил эколог 6 числа и сказал, что территория городская. Неизвестно, остались ли следы от упавших деревьев на автомобилях, легковушке и грузовике. Факт, что... А машине повезло, там были мягкие ветви. Крыша у него, да. А второго грузовик, кузов. То есть одна ветка, получается, упала на... Не одна, одно дерево. Одно дерево, ветки ничто, ветки, понимаешь? Одна ветка, вторая, десятая ветка. А как так получается, они две машины закупили? Ну, одна стояла близко, другой, и все. Мужчина считает, чтобы многолетние растения не падали на автомобили, транспортные средства не стоит парковать у бордюр. Я сам вожу, ложу машину, у вас сейчас нет, скажем так. Я никогда не ставлю сюда ее. Почему ставлю, когда я домой принес, положил на стоянку. И платил за это деньги. Ну и видел хорошо, и хорошо, нормально. А что здесь ставят, мне так 10. Пройти невозможно. Может, пока еще не все опасные деревья спилены, жильцы 99-го и соседних домов перестанут бросать машины у бордюр.